В Омске в парке культуры и отдыха Савицкого округа прошел первый пасхальный и парохиальный юношеский турнир по мини-футболу. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Как и положено, начался турнир молебном на всякое доброе дело в храме Святой Мученицы Татьяны при университете имени Достоевского. Турнир был организован молодежным отделом Омской епархии силами молодежи Рождественского и Покровского благочиний. Подростковые юношеские команды, которые сейчас выступают, это самые крупные городские молодежные подростковые движения. В то время начинается, думаю, самое лучшее, чтобы команды сплотились, начали дружить между собой, чтобы летом встречались постоянно, как бы дружили. В турнире приняли участие 5 юношеских команд возрастной категории до 18 лет. Это команды из Успенского собора и собора Воздвижения Креста Господня города Омска, детского дома номер 4 и подросткового православного клуба «Стрела», а также из братства православных следопытов. Уровень команд, конечно, отличается, различные, но ребята все очень стремятся, видно, стараются, борьба идет очень напряженная. Ребята в боевом режиме играют спортивно, играют с добротой, с любовью друг к другу, больших нарушений нету, относятся друг к другу очень хорошо. Меня пригласили судить турнир, так как я являюсь игроком епархиальной омской команды по футболу. Первые соревнования состоялись буквально недавно, был турнир Большеречи, Лига Добра, где наша команда одержала первое место. Победителями турнира стала команда подростков детского дома номер 4, проявивших в игре напор и волю к победе. Игра футбол с 9 лет, уже как 6 лет. Я не пожалел то, что я пошел сегодня, потратил целый день. И буду ждать следующего года, чтобы еще раз играть. Пасхальный турнир объединил не только желающих приобщиться к спорту, но прежде всего заинтересованных влиться в молодежные коллективы и общество православных активистов. Людей неравнодушных, инициативных и деятельных.